Всем привет! Наверное, в детских садах уже у всех прошли собрания. Всем, наверное, выдали списочки, что нужно приобрести к детскому саду, либо озвучили сумму, которую нужно сдать на приобретение. Нам выдали два списка. Это список с бытовой химией. Такой внушительный, приличный, там, наверное, рублей на 800, наверное, вот там получится у нас покупки, если не больше. И список канцелярских товаров. Канцелярские товары мы уже закупили. Это набор цветной бумаги. Такой вот набор картона. Тоже здесь 10 листов, 10 цветов. Альбом 40 листов, но нам попался вот в фикс-прайсе 50 листов альбом, и 50 листов, и вот удобно здесь вырвать листики и рисовать в садике. Дальше просили самую обычную раскраску с крупными рисунками, но у нас Артем любит машинки. Мы пока вот такую взяли, потом еще докупим. Эту раскраску мы взяли в светофоре, по-моему, за 10 или 8 рублей. Но у нас раскрасок еще много, поэтому отнесем как нужно будет. Пластилин. В офис-классе мы брали. 12 цветов. Девенте. Пластилин мягкий. Такой. Также фломастеры. 12 цветов. Тоже в офис-классе брали. Акварель медовая. 12 цветов. Такие яркие тоже цвета красивые. Дальше у нас идут цветные карандаши. 12 цветов. Такие. Такие вот карандашики. Дальше идут восковые карандаши, нас попросили тоже купить. 12 цветов. Такие. 60 рублей не пачкают ручки, обернуты в бумагу. Такие карандаши. Дальше клей ПВА, не клей-карандаш. Пластик. Также две кисточки. Для красок взяли такую, и для клея, уже пожестче. Ну и простой карандаш, такой набор. Канцелярии в садик. Помимо этого еще денежки мы сдали на тетрадки, математика, по-моему, русский язык, еще что-то. Ну и нужно будет закупать бытовую химию.